В спортивном комплексе «Полярный» идет подготовка к финалу молодежного чемпионата России по волейболу, в рамках которого пройдут игры со 2 по 7 марта. В чемпионате примут участие команды Москвы, Новосибирска, Нижневартовска, Сургута и Кемерово. Новоуренгойский «Факел» будет представлять наш регион. Подробности в следующем репортаже. Свет, трибуны, инвентарь, специальное половое покрытие – выполняются все требования для проведения молодежного чемпионата России в нашем городе. Для того, чтобы провести, есть требования, определенный регламент чемпионата. А, собственно говоря, вот покрытие, на котором сейчас стою, это как раз в рамках подготовки чемпионата было округом приобретено. И вот сюда поставлено нам покрытие специально для волейбола, специально для игр чемпионата. Кроме того, необходимо обеспечить проживание приезжающих команд. Жить они будут как в Лабытнангах, так и в городе Салехарде, потому что такого количества город не может принять. Это и студейская коллегия, это и участники, плюс организация питания. То есть, ну, такой процесс, который достаточно большой, и задействованы только, не только органы спорта, а также и другие службы, как окружные, так и городские. Также должны быть соблюдены все возможные меры безопасности при проведении таких массовых мероприятий. Все будут проходить через рамки металлоискателя. А также в ручном режиме будут сотрудники обеспечивать, если что-то, подозрения будут, ручными металлоискателями. Замеряется температура, соответственно, в масках должны быть зрители. Дезары у нас стоят, то есть мы готовы к приему. Матчи будут транслироваться в прямом эфире через официальный сайт Российской Федерации волейбола. Все матчи транслируются в прямом эфире, так что можно будет на канале YouTube найти этот канал, где именно транслирует молодежная лига. Кроме того, будет освещать турнир ГУТРК «Ямал». В нашем городе по волейболу подобный чемпионат проводится впервые. Это по-настоящему грандиозное событие, которое может посетить абсолютно каждый. Данил Петраков, Дмитрий Свирид, программа «Время местное».